Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. В новогодние праздники семью экс-участницы скандально известной телестройки настигло несчастье. Ольга Рапунцель поделилась своим горем с поклонниками. Ольга Рапунцель счастлива замужем за коллегой по Дом-2 Дмитрием Дмитренко. Звезда реалити-шоу рассказала, что в новогодние каникулы их младшая дочь София серьезно заболела. У нее диагностировали ротавирус. Малышке нет и 3 лет. После осмотра медики решили отправить девочку в больницу. Звездная мама провела с дочерью несколько дней в клинике. Ольга поблагодарила врачей за спасение наследницы. «Друзья, мы пропали, потому что Софиюшка у нас заболела», – объяснила знаменитость. По словам Рапунцель, в больнице малышка была впервые. Софию поставили на ноги всего за 3 дня. К счастью, сейчас у девочки все хорошо. Ольга с дочерью уже дома, вместе с главой семейства и старшей наследницей Василисой. Отметим, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко души начают в своих дочках и всячески балуют девочек, ничего для них не жалея. Весной 2022 года семья шумно отметила 3-летие старшей наследницы. Напомним, экс-участникам Дома-2 пришлось перенести немало проблем. В частности, из-за затянувшегося конфликта с рекламодателями минувшим летом на семью Ольги Рапунцель обрушилась волна негатива и хейта со стороны злопыхателей. По словам звезды телестройки, ее личный номер телефона слили в сеть некие антифанаты и завистники, после чего и началась новая волна травли.